Шопинг пришлось отложить. В минувшие выходные из торгового центра «Триумф Молл» эвакуировали несколько сотен посетителей. Пока люди находились на улице, силовики обследовали помещение изнутри, искали взрывчатку. В итоге выяснилось, что никакой бомбы в торговом центре нет, а сообщение о заминировании здания сделала женщина. Сейчас правоохранительные органы заняты поисками той, чья неудачная шутка заставила стоять на ушах полгорода. Ну, мы, в смысле, работали вот так, и вдруг внезапно так произошло. Сотрудник охраны, давай всех выгонять, говорит, типа эвакуация срочно.